финал непростой, как к любой вершине. И надо пройти через тернии, тяжелая подготовка, тренировки, пот, кровь, травмы, гонять вес, также удержать во время соревнований. Все это спортсмены испытывают, я в том числе, но по-другому вершина не достигается. Соперник, во-первых, он опытный, занял призовое место на чемпионате России на довольно серьезном турнире. Он повыше меня, физически крепкий соперник, и также хорошо подготовлен, по нему видно. Очень хорошо дышался 3 раунда. Я думал, что в 3-м раунде я смогу передышать, но мы с ним все-таки на равных. Хочется всегда большего, первого места, всегда быть победителем. Это не всегда получается. Я не скажу, что я сильно расстроен. Конечно, первое место хотел бы, но получилось так, как получилось. То есть я с собой доволен. Я чувствую, что я выложился на все 100. Да, соперник был непростой, я его знаю еще из прошлых боев, я с ним встречался. У нас получился такой матч-реванш, второй бой, и настраивался сильно. Два раза прыгает одного соперника, говорят, сложно. Соперник работает вторым номером и ловит своих соперников на вторых ошибках. Я это знал и также не поддавался провокациям, которые и сам провоцировал его и старался ловить неожиданно. Атаковать вот. Я думаю, у меня получилось. Подготовка была очень усиленная, готовились 2 месяца. Подделали вес, все было хорошо. Подошли хорошо к соревнованию. Был хороший запас, была хорошая скорость. Но вчера боксировал полуфинал, первый бой. Был маленько, не очень бой. Так сказать, боксировал чуть похуже, чем сегодня. Вчера продышался, уже было получше, выглядел получше. Ну а финал, я считаю, я выиграл. Я был готов практически идеально, как уже дело было судей.